да, что мы должны сейчас отмыть подъезд. Мы должны отмыть подъезд. Далее мы ежедневно должны проводить дезинфекцию. В связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции управляющие компании продолжают дезинфицировать подъезды. Жители дома 19/8 по улице Воловой жаловались на то, что у них обработки нет. В жилищно-строительном кооперативе побывал заместитель главы администрации городского округа Сергей Анфилов и разъяснил жителям, как обрабатываются подъезды и как коммунальщики должны работать. А это уже поселок Ферма. На Молодежной 8А дом обслуживает МБУ «Благоустройство». Дезинфекция производится, начиная от входной двери, то есть от входной группы, в том числе и лавочки, перила, которые вы видите. Значит, естественно, в первую очередь должно дезинфицироваться то, к чему притрагивается человек, подходя к подъезду. То есть это, естественно, домофон, это дверь входная, вторая там входная, тамбурная дверь, лифт. Жалобы поступают и от жителей тех домов, где проводится дезинфекция. Люди обращают внимание на то, что в их подъездах не чувствуется запаха хлора. Я попрошу все управляющие компании, сейчас, я так понимаю, новую партию будет закупаться всеми управляющими компаниями, закупить уже хлор содержащий, чтобы жители наши чувствовали, что все-таки вы проводите уборку. Потому что многие дезинфицирующие средства, они не пахнут. Поэтому, пожалуйста, я вот обращаюсь к управляющим компаниям, закупитесь хлоросодержащими, чтобы жители чувствовали, что вы проводите нашу дезинфекцию. Губернатор Московской области поставил задачу перед коммунальными службами сделать генеральную уборку подъездов. Со следующей недели все управляющие компании должны вымыть подъезды с первого до последнего этажа. Далее необходимо продолжить проводить дезинфекцию. Полина Иноземцева, Евгений Шевченко. Программа «События».